Учащихся Актемского лицея выписали из больницы. Об этом сообщает Республиканское управление Роспотребнадзора. Напомним, что на прошлой неделе 21 ребенка госпитализировали с отравлением в Хангаласскую ЦРБ. На данный момент дети выздоровели, новых случаев отравления не зарегистрировано. Вместе с тем санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. За выходные по предписанию управления Роспотребнадзора проведена промывка хлорсодержащими препаратами и промывка емкостей для воды разводящей сети. Также проведена генеральная уборка столовой и установлены фильтры для доочистки питьевой воды. В настоящее время все дети выписаны в удовлетворительном состоянии. Продолжается профилактическое лечение и наблюдение за контактными детьми.